Беременную женщину с COVID-19 санавиацией доставили в Уральск из отдаленного Букеардинского района Западно-Казахстанской области. Для ее транспортировки использовался самолет Ан-2, а также специальная защитная капсула. Женщине 39 лет, она уже воспитывает 4 детей. За медицинской помощью многодетная мать обратилась с первыми признаками ОРВИ, и особую тревогу у медиков вызывал недостаток кислорода. Доставили пациентку в областную инфекционную больницу. Сейчас здесь находятся 3 беременные женщины, 6 пациентов реанимации в палате интенсивной терапии с периодической подачей кислорода, 12 человек. Инфекционный стационар заполнен на 60%. Состояние беременной было тяжелое, сатурация падала. На сегодняшний день пациентка находится в нашем стационаре. Состояние пациента на сегодняшний день оценивается как средней тяжести, положительная динамика, кислород независимый, дышит самостоятельно. Беременность решили пролонгировать, сохранить беременность.